Ну что, дамы и господа, всем привет! Вот смотрите, что опять у нас происходит. А что это значит? Это значит, что курьеры в нашем районе не справляются со своими обязанностями. И профессионалу типа меня надо срочно выйти им помочь. Вот прям срочно. Вот чем мы сейчас и займемся. Так, ну что? Вот, выкатил я своего коня на улицу, сам оделся, обулся, вышел. Ну, давайте, по старой доброй традиции, делаем вот так. Раз. Нет, свободный, конечно, свободный. За такие проценты сами катайте свои часы. А чё? А где процентаж какой? Ну, как бы, ладно. Хотя вообще ни хера не понятно. Что это было, я вообще не понимаю. Так, ну ладно, я знаю, где это находится. Поехали. Ош, восточная кухня. Вот, собственно, сюда мне и надо. На месте. Собираются. Пойдем узнаем, что такое. Ну все. Делаем вот так, делаем вот так. 680 метров ехать. Ну, я знаю, куда. Поехали. Вот дверь, вот я оставляю, вот номер квартиры. Так, все, валим отсюда. Так, а вот что мне интересно, когда я заказ принимал, там же не было этой процентной ставки. И вот мне интересно, блядь, сколько Яндекс сейчас на это все насчитает. Вот сколько он мне насчитал. Доплата 0%, блядь. Представляете? 0. Надо было нахуй пропускать этот заказ. Смотри-ка, Яндекс, блядь, что вытворяет. Совсем уже. Окей, ладно. Раз такое дело, стоим в красной зоне. Начать. Свободный. Так. Ну, что-то заказа пока не приходит. Поеду я немножко туда, в сторону Ленина. Ой. Может, что по пути там и упадет. Но вот эта вот я выходка, я крайне вообще недоволен. О! А вот это уже нормально. Доплата плюс 200%. Принимаем. Не знаю, как сейчас будет видно на камеру, но на улице снег идет. Это 25 сентября. Блин, вот все-таки я дурак, блядь. Надо же вот уходить с линии сразу. Вот у нас, вот она, пятерочка. Блядь, что мне не нравится у этого Яндекса, блядь, у них постоянно какие-то проблемы. То номер я не тот говорю, блядь, уже показываю, да нет, все тот, блядь, сами все понаперепутали. А на меня наезжают, говорит, не то ты что-то говоришь, блядь. Вот, по составу, вот так вот сейчас искали заказ. Блядь, все через одно место. Так, получен, подтверждаю. Так, 1,5 километра ехать. Поехали. Так, вот написан адрес. Баяновский переулок 14. Навигатор мне показывает, что это вот это здание. Но оно, блядь, явно заброшено уже лет там хрен знает сколько. Сейчас пытался звонить абоненту. Абонент недоступен.
Будем пробовать еще. Ой, как мне это все дорого, вы не представляете. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Абонент недоступен. Недоступен. Это сейчас такой геморрой тут будет. Это сейчас, блядь, без до него дозваниваться, связываться с поддержкой. О боже. Так, получатель не отвечает. Так и делаем. Пробуем еще раз. Здрасте. Здрасте. Это я заказывал. Вы заказывали? Да. Отлично, что вы заказывали. А что на телефон? Вот, сейчас стою, тут подходит парень, говорит, это я заказывал. Я говорю, давай доказывай доказательство, что это ты заказывал. Он показал мне смартфон, я увидел, что заказ. Ну ладно, отдал ему. Ай, но все равно, блин, ну какая дурость вообще. Ну как так можно? Так, ладно, смотрим. А пока смотреть нечего. Вот они, копейки от этого около нулевого заказа, блин. Обалдевшего. Ладно, чуть позже покажу еще. Так, вот, по оплате все данные обновились. Вот. Вот это уже лучше. Вот. Вот так вот уже нормально. Душу радуют такие циферки. О, смотрите, что дальше. Ой, красотища. Ну, давайте, пока вот это все идет. Надо... завершить свод, запланировано завершение. И чё, дурень, я новый хочу открыть. Так, ну вот, наконец-то он мне его завершил, наконец-то вот он мне его написал, что завершён. Все, можно брать. А можно? Да, можно. Нужно брать еще. Свободный. А я сейчас еще далеко дохожусь от всех этих кафешек. Мне еще за подачу будет. Опа! Южане 200%. Ого, да тут и ехать-то далеко будет. Обалденно. Ну поехали. Принимаем, естественно. Смотрите. 3,2 только до ресторана ехать. С доплатой-то плюс 200. Хо-хо-хо-хо. Что-то сейчас будет. А вот пока еду, смотрите, что Яндекс затребовал. Проверку термосумки. Чё-то говно вопрос сейчас сделаем. Где делов-то? Ха. Сейчас вот тут вот остановлюсь. Ну вот он мой термокороб. Так, делаем вот так вот. Как-то там вот так вот. Блин, одной рукой так неудобно, если честно, это делать все. Так. Ну вот такая фотография получилась. Да нормально вроде. Ладно. Да, далее. Проверяется. Ну и проверяется, пускай проверяется. А я, как всегда, дурья башка моя. Забыл сделать вот так. Ну ладно, вспомнил вовремя, все, едем дальше. Ну вот, я на месте. Действительно гостеприимный ресторанчик. Они всегда здороваются по-грузински, так знаете, гаманджоба. Так по-доброму все это. Ну, клевые люди там работают, ничего сказать не могу. Но есть у них один недостаток, они готовят очень долго. Вот, возможно, ждать придется. Ну, давайте сейчас проверим. А нет. Готов к получению, слушайте, и вообще красотища. Ладно, понял, пошел получать. Колесо свое вот так оставил, пошел. Вот реально всегда уходил из этого ресторана, всегда на позитиве. Вообще клево, атмосфера дружественная. Вот. Такой вот. Ладно, ладно. Тем временем. Что у нас, заказ получен, подтверждаю.
Ну и везти его тут совсем чуть-чуть. Ладно, что. 4 километра должно где-то в общей сложности получиться там. Но это не точно. Так, ну что, я на месте. Все. Прожимаем. Яндекс.Навигатор меня привел вот вплоть даже до подъезда. Ну надо же, какой сервис. Обалдеть. Ладно, все, сейчас пойду отдавать. Так, ну все, нашел кому, нашел зачем. Разобрался, ладно. Ну что, ребята, готовы, да? Узнать, сколько за 4 километра платят предоплате? 200%. А вот. Вот он, слотик. Вот столько. Да, вот видите, расстояние четко 4 километра. Вес, правда, был небольшой. Ну, что я могу сказать? Ну, нормальная цифра, хорошая. Вот даже вот все детали. Класс. Класс. Вот Яндекс, ну может ведь когда хочет, блин, кэфы, когда у них разгораются. Но почему-то, вот смотрите, почему я всегда говорю, надо уходить с линии. Вот сейчас смотрите, что случилось. Я стою вот в желтой зоне. Вот эта вся зона оплачиваемая, она вот ушла опять в сторону. Туда я уже, конечно же, не поеду догонять ее. Это уже, я знаю по себе, это бесполезно. Ну, поеду потихоньку до дома. Что-то я прям так устал, Надо отдохнуть очень срочно. Ребята, смотрите, что опять творится. Вы только гляньте. Не хочет меня Яндекс отпускать. Чё, плюс 10, сами возите за свои плюс 10. Всё. Охренеть, посмотри, что вытворяют. Нет, я не возьму этот заказ, не хочется. Плюс 200 давай, а не 10. Надо еще всего, ты посмотри, что. Все, ушел. Так, йоки-токи, плюс 190. Но это же совсем другое дело. Не 200, конечно, но спас сойдет. Поехали. Готовый. А ехать? Ну вот столько. Ну чуть-чуть поменьше, чем в Южане мы ехали. Ну ничего, тоже сойдет. И кэф чуть поменьше. Ладно, погнали. Меньше разговора, больше дела. Йоки-токи. Вот видите, йоки-токи. И вот оно, йоки-токи. Это значит, я приехал. Вот тоже клевый ресторанчик. Всегда от них один сплошной позитив. Так, тем временем я уже все получил. Получил, мне надо ехать. Куда ехать? 1,6 километра. Сюда было 2,5 и туда 1,6. При коэффициенте 190% должно выйти нормально. Ладно, поехали. Итак, ну что, волнительный момент, очень волнительный. Да блин, вручён, окей. Вот опять идет завершение. Тырлы-пырлы. Не обновилось, ну ничего страшного, сейчас обновится, покажу. Обновилось, давайте глянем. Так. Вот, йоки-токи, доплата 190%, не фокусируется, вот такие циферки. Вот опять же 4 километра, заказ был очень легенький, это правда.
49 рублей платная доставка. Ну ладно, ладно. Ладно, что, поехал я домой, что-то я правда так устал, прям не могу. Надо срочно отдохнуть, прям вообще наисрочнейшее. Яндекс меня не отпускает. Не хочет, чтобы я уходил с линии, хочет, чтобы я доставлял ихние заказики. Ой, даже не знаю. Даже не знаю. У меня так-то заряды на колесе, как там балавас-то осталось. Ну ладно. Делаем. Делаем. Вот. Доплата 200. Да конечно принять. Что? Поехали. Все, едем, 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 едем. Быстро едем. В общем, я уже сейчас краешком глаза глянул, этот заказ будет тоже очень длинный. Километров, не знаю, 5, не меньше. Я думаю, рублей 400 за это будет. Ну, посмотрим по факту, посмотрим. Так, ну все, заказ я получил. Теперь вот смотрите, сколько ехать. 3,6 километра. Это с доплатой 200%, ребята, 200. Поехали. Ну что, все. Заказ я вручил. Тут, как всегда, завершение. Камера, как всегда, не фокусируется. И вот столько за это денег. Ну вот. Ну ладно, сейчас буду до дома добираться. У меня тут проблема такая. У меня на колесе батка села. Что-то оно не едет совсем. Сейчас, может быть, на маршрутке домой даже поеду. На автобусе. Ну ладно. Потом включусь, еще что-нибудь ляпну. Может быть, но это не точно. Так, ну что, вот иду я со своим транспортом. Веду его рядышком. В общем, транспорт... Но на колесо мое село. Село окончательно. Оно просто задрало педали и не едет никуда. Вот. Нахожусь я вот. Это кладбище. Ну, выглядит страшно, но на самом деле тут пара километров до моего дома. Поэтому пойду пешком прогуляюсь. Ничего страшного. Прогулки тоже, это хорошо. Вот как раз повод погулять. Тем более, что осень. Смотрите, ребята, какая красота. Вот. Ну, чуть позже, может быть, еще там подведу итоги. Расскажу, сколько заказов я выполнил там. Уже когда буду дома. Во. Красотища. Воздух свежий, людей мало. Блин, самый кайф. Сейчас еще только шашлыков вот не хватает где-нибудь здесь сесть, шашлыки пожарить. И вообще, жизнь удалась. Так, ну что, пару секунд и я уже дома. Все. Все удачно, все благополучно. Ну что, давайте небольшие итоги. Смотрим. Вот такая сумма за сегодня. Так, сделано сколько? Ну вот этот нижний я не считаю. Это вот Яндекс, блядь, сволочи. Вообще. За, ну, просто за 0%, блядь. Доплаты никакой заставили вести эту тяжесть, блядь. Сволочи. Но зато вот следующие заказы нормально. Так, раз, два, три, четыре. Четыре заказа сделано. Вот такие оплаты у них. Ну что, good? Good. В общем-то, ладно. Опустим Яндексу этот первый заказ нулевой. Хрен с ним.
Ой, колесо мое, вот оно севшее, уже никуда не поедет. Поэтому доставлять уже сегодня ничего никуда не получится. Поэтому я просто иду домой монтировать этот видос. А вам, ребята, я желаю всего хорошего. До скорых встреч. Увидимся. Пока-пока.